Для очень многих мурманских журналистов Николай Бакшевников стал настоящим наставником в профессии, первым редактором, добрым учителем. Его путь за полярной журналистики начался в 60-е годы прошлого века. Он работал в газете «Комсомолец Заполярья», в еженедельнике «Рыбный Мурман», был первым заместителем редактора «Полярной правды». Почти три десятка лет Николай Александрович возглавлял региональное отделение Союза журналистов, отстаивал интересы профессионального сообщества. Благодаря ему была издана энциклопедия «Журналистика Кольского края». За эту работу он был удостоен награды «Золотое перо» Союза журналистов России. А сбор информации и сохранение памяти о заполярных коллегах считал одним из главных трудов в своей жизни. Раньше, чтобы стать редактором, человек проходил, если не все, то почти все ступеньки. И он действительно становился знаковой фигурой. Человек, влюбленный в историю родного края и в людей, живущих в Заполярье, главной наградой своей жизни считал звание «Почетный гражданин Мурманской области». Его верность профессии стала примером для новых поколений. Российская журналистика, она много чем отличается от журналистики вообще. Хоть сейчас она и в общую кучу упала. Но я думаю, пройдет какое-то время, все восстановится, и она будет столь же душевной, столь же человечной, какой была всегда. Уход Николая Александровича – большая потеря не только для его близких, профессионального сообщества, но и для региона. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах заполярных журналистов. Енина Морозова, ТВ-21+.